Валерий Бич, эконом корпус. Вот так он выглядит со стороны. Сейчас я покажу, как идти до центрального Валерии. Сколько идти вообще. И покажу. Вот. И покажу, какое примерно расстояние там вылезет на карте, чтобы вы видели. Получается, вот вышли с этого Валерии. Справа у нас дорога. Частный сектор везде. Слева у нас идет поворот. Там рядом ориентир Химерас Бич. Вон вывеска. И вот мы идем в сторону Химерас Бич. Вот еще раз обращаем внимание, какое здание трехэтажное. Там он плохо написано, Валерий, но видно немножко. Все, мы направляемся на центральный пляж Валерий и на здание категории стандарт. Здесь проходим очень интересный домик. Сейчас я хочу тоже, раз уже здесь, показать, что выращивают. Вот зеленые мандарины, прямо усыпано дерево. А здесь авокадо. Огромные три дерева. Вот одно из них, не знаю, камера передает, нет. Авокадо висят гроздьями. Они еще пока такие вот. Вот. Не такие большие еще. Наверное, им нужно созревать где-то пару недель. Вот. Вон они наверху. Вот второе дерево авокадо. Это вот в частном секторе хозяин выращивает. Вот там чуть дальше третье. И вот здесь интересный такой плод. Его называют Химерас. Шеф, да. Шеф, это Химерас? Эждерха мейли бейси. Мы сказали Эждерха мейвиси. А, Иждерхам Мевис. Иждерхам Мевис. Вот так, не знаю. Сладкий плод такой, вот он в зеленом виде. Очень дорого, да, стоит. Он дорогой. А он сладенький, да? Сладкий. И вот хозяева выращивают. Вот здесь я еще хотел показать. Вот. Авокадо. Только второе дерево. Здесь вот мы проходим тоже. Лимон, кстати. Или это, нет, апельсин. Они зеленые такие. Хотя, может быть, и лайм. Точно не знаю. Они похожи, деревья. И вот огромное еще одно дерево с авокадо. Гроздями усыпано висит. Это все от одного хозяина. Так, я здесь закончил, значит, дом снимал. Он на повороте получается. То есть, вот там мы шли, да? С отеля Валерий Эконом Стандарт. Здесь мы поворачиваем. И вот мы идем. Идем дальше по дорожке. Там по карте, в принципе, я когда ее выложу, там будет видно ориентир до пляжа примерно. И до самого корпуса Валерий Стандарт. Главного. Ну, так как бы недалеко. Особенно если быстрым шагом здесь прям рядом, но все равно, чтобы люди понимали, что они могут купить Валерии и попасть в корпус, в тот другой маленький. Кстати, он открылся вот в этом 2023 году. Они выкупили здание, сделали реставрацию, и там все новое. Новые кабины, новая мебель, новый ремонт. Да, там небольшие номера, но
я выложу еще номера в категории стандарт центральном Валерии, чтобы увидели разницу. В квадратуре почти нет разницы. В ремонте есть разница. Старый корпус стандарт, вот этот главный, вот мы к нему уже подходим. Через дорогу переходим и попадаем. Сейчас вот он виднеется. Здесь парк, кстати, бракосочетание. Тоже его проходим, я хочу показать. А, здесь вот ночью, там пианино и фонтан бьет с пианино. Здесь закрыто, не пускают. Но мы знаем, ходили, когда видели. Вот гранат тоже растет по дороге. Вот такой красивый. Висит еще зеленый, видно. Здесь маленький вообще. Здесь побольше плод. Вот они так вот. Вот. Все. Здесь главная дорога, мы поворачиваем налево. Вот он, Валерий Бич. Хотел. Категории 3-4 звезды. Кто как дает, какой оператор дает ему по-разному. Центральный корпус Валерий Бич. Вот получается, сколько идти. Я специально показал. Недалеко. Здесь проходят все завтраки, обеды, ужины, полдники. Здесь можно находиться постоянно. Заходим в главный корпус. Ресепшн. Можно находиться на бассейне, все. Ну, в общем, как бы здесь ты как полноправный человек, который купил Валерий. Вот. Там мы сейчас пришли на завтрак. Сейчас я еще сниму вот такой вид, вот как выходишь. Ходишь на центральный бассейн и вот дорога на пляж. Вот здесь уже и начинается дорога на пляж. Вон море видно прямо здесь. Спускаешься и сразу пляж.